называемая социальная дистанция. Возьмите, пожалуйста, памятку. Плохая погода прогулкам не помеха. В парке Гагарина даже в дождь много отдыхающих. Дружинники напоминают людям, режим самоизоляции действует до сих пор. И соблюдать дистанцию по-прежнему необходимо. Молодые люди, здравствуйте. Не забывайте о мерах социальной дистанции. Возьмите памятку, пожалуйста. После небольших послаблений, особых ограничительных мер в регионе прогулки по паркам, а также пробежки разрешены, но компаниями не больше 2 человек. Режим самоизоляции действует в Самарской области до 8 июня. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, события.